В Гагаринском музее Лопатинской школы сегодня гости председатель Совета депутатов Ленинского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Станислав Радченко и член местного политсовета партии Алена Кокоева. Ныне подарен всего человечества взлет из космоса Юрий Гагарин. В легенду народа идет! 12 апреля Лопатинская школа празднует день рождения, а потому гости пришли с подарком. Теперь в учебном заведении будет парта героя, посвященная первому космонавту Юрию Гагарину. Я хочу пожелать вам всем, чтобы каждый из вас был сам немножко героем. Очень важно жить в обществе, слышать друг друга, дружить, помогать друг другу. Только вместе мы можем все, объединившись, сделать великие дела. Федеральный проект «Единой России. Парта героя» активно реализуется на территории Ленинского округа. Он призван стать частью программы патриотического воспитания, привлечь молодежь к изучению истории России и родного края, стимулировать учащихся к достижениям в различных сферах. У нас есть ребята, которые принимают участие в волонтерском движении. У нас есть ребята, которые достигают высоких результатов в спорте или в каких-то видах искусства. Я думаю, что наградой для них станет возможность сесть за парту героя. С подарками музею пришли ученики начальных классов. В канун Дня космонавтики мы с ребятами объявили конкурс на лучшую поделку. Готовили вот такие красивые поделки. И потом в итоге голосования мы приняли решение лучшие наши поделки подарить в день рождения школы и передать в музей, наш музей космонавтики. Частью программы стала экскурсия по Гагаринскому музею. И надо отметить, что рассказали об истории освоения космоса сами учащиеся школы, что произвело на гостей неизгладимое впечатление. Необыкновенная экскурсия, потому что проводят ее маленькие экскурсоводы, которые практически все знают о космосе. И практически на любой вопрос можно получить вполне взрослый ответ, при том, что это дети. Я от всей души хочу всех поздравить сегодня с праздником, с Международным днем космонавтики и, конечно, с днем рождения эту школу, замечательную школу в нашем округе. С самого основания в Лопатинской школе существует гагаринский отряд. В него принимают самых активных и добросовестных учеников. Теперь такие отряды есть по всей России. От одного из них в адрес Лопатинской школы пришло поздравление с праздником. Отряды гагаринские сегодня есть и на Донбассе. И ребята с Макеевки прислали нашим ребятам в честь дня рождения школы видеопоздравление. Это очень трогательно. С днем авиации и космонавтики! Чтоб небо над вами было чистым и ясным. Пусть мечты исполнятся, и звезды станут ближе. Юрий Алексеевич Гагарин и сейчас, по прошествии десятков лет, остается для мальчишек и девчонок примером мужества, упорства в достижении цели и любви к родине. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.